Перед просмотром этого видео, прими участие в розыгрыше Арканы на сайте sgmlag.ru, испытай удачу в открытии сундуков Dota 2 и CSGO, а также принимай участие в игре Slots, угадывая комбинации на барабане. Высокие шансы на выпадение дорогих предметов, 100% гарантии, розыгрыши и многое другое, все это на sgmlag.ru, заходи. Ссылка в описании. Ура, я в игре. Такс. Главное, чтобы Лысому без Сларка и без Врейскинга. Все будет хорошо, парни. Так, ну я, мне уже их пик нравится. Рубик и Котел в одной команде. Я уже зашел, я уже чувствую хуйню. Пахнет хуйней. Клопа еще одновременно с Рубиком и с Котлом. Мне, конечно, очень интересно, как они будут файтиться, когда у тебя в пике Рубик, Котел и Клопа. Против такого вот, против супер пуша. Бля, парни, по-моему, кто-то... Блядь. Мне уже не нравится пик. Вот одновременно Рубик, Котел, Клопа. Против этой хуйни, когда их просто будут идти давить. Я очень-очень сильно не уверен в пике Дайр. Я вот уже зашел, сразу увидел. Вот уже у меня пиздец, неуверенность. Я не понимаю, как они будут... в начале игры их будут гангать, их будут ебашить. В мидгейме они будут стать в замесах. Лейта у них нету. Лейта нет. Мидгейм, тимфайта потенциала нет. В начале игры на лайнах, ну хз, их тоже будут ебашить. Придет Тускар, вкатится нахуй в Котла или в Рубика, до свидания. До свидания. Или на миде вкатится. Хуйня какая-то. Фиг хуйня, все. Решили. Оцени личный скилл. Да что оценивать, я уже оценивал. Я уверен, что я оценивал личный скилл Альянс. Из этих челиков я никого не знаю. У Альянсов самый сильный игрок коричневый. Это факт. Этот челик тащит их соло. По сути, ну. Он их пожизненно тащит соло. Но эту игру он не затащит. На Бисмастере он не втащит их вот героев. Ну, то есть, если они выиграют, то я не знаю, как там вот, всей командой. Если будут все идеально все делать. Кстати, Бристлбэк это неплохо. Вот Бристлбэк это еще хоть что-то. Какие-то шансы. Типа Бристлбэк сейчас с Котлом это какие-то микро-шансы. Но я считаю, что пик тут anyway хуже. Тут лейта нет. Тут мидгейм, тимфайта нет. Тут хотя бы есть early game теперь. С Бристлбэком у них есть хотя бы early game на двух лайнах, по идее. То есть Клопа должна хоть как-то стоять на миде. Надеюсь, она не умрет от Тускара какого-то. И, собственно, early game на изилане тут хороший теперь. Бристлбэк это очень сильная. Ну, очень сильный пик под Котла, собственно, под Рубика тут нормально будет. По крайней мере, у них Easy Line теперь не будет проебан, и, собственно, на миду будет все более-менее нормально. Но Бисмастера, скорее всего, будут убивать. Ну, короче, что супер важно? Как минимум, не проебать лайн, как минимум. Здесь, думаю, ну, здесь так все понятно, просто ставить фармить. Ну, этому челику надо сделать больше, чем дефолт. Ему не просто надо не проебать лайн, он должен выиграть лайн каким-то чудом. Он должен в идеале, знаете, что он должен сделать? Он должен в идеале убить в соло Фуриона и разъебать лайн, чтобы иметь оверфарм. Чтобы он мог по игре наводить кучу спейса. Чтобы он мог иметь даггер, некро 3 и по игре в соло что-то делать. Это, блядь, ну, он должен сделать невозможное в этой игре. Это мое мнение, потому что если он не сделает невозможное, этого не хватит, как бы, ну, дефолтной игры, просто хорошей игры может не хватить. Блядь, сейчас Баль тапнутся, сори. Ебать! Ебать! Вы это видели? Вот это нечто было, это вообще был пиздец какой-то. Вау. Если бы со мной такое случилось, я бы не знаю. Я бы поплыл, наверное. Пиздец. Это просто пиздец. Это называется переворот прямо в рот. Лысый погиб, гг. 3-0. Это грустно очень, грустное начало. Нахуй Банчу наконец-то убить. Ура. Это очень грустное начало, для такого пика это очень грустное начало. Очень грустно, парни. У Бристлбэка так себе. У Бристлбэка на 10-40 нету вангарда, учитывая, что он стоял с двумя саппортами. Вангарда нет, далеко до вангарда даже. Их пушат, он ничего не может сделать. Ноль импакта, найс. Топорика нет, ничего нет. Деревья стало. Хотел фиданул, отлично. Вот мы видим Котла и Рубика в действии против
Что они могут сделать? Что они могут сделать? Что они сделают? Нихуя. Нету вангарда, проебанный лайн с Бристлбека с двумя саппортами, нет вангарда, не может драться. Котел и Рубик ничего не делают, потому что это хуёвые герои. Если до вас не доходит, что это хуёвые герои, уезжайте домой. Все очень просто. До свидания. Как всегда, кто прав? По-моему, блять, я топ-аналитик в мире. Такое ощущение. По-моему, я даже не ошибаюсь никогда. Нахуя они зашли вообще в игру, если не собирались пикать вот такое? Ну, не знаю, блядь. Тут Аегис, они идут... Надо размениваться, это единственный шанс. Надо размен. С некрами размен, очень важно. Вот сейчас это шанс. Есть шанс. Размен это шанс. Это единственный шанс. Сейчас очень важно разменяться. Нормально разменяться. Это сейчас очень важно. Так не умрите, блядь. Ну, один умер уже. Ну, по крайней мере, они забрали Т3, и здесь Т3 не потеряли. Вот это вот круто. Это круто. Это была идеальная сейчас игра. Это было лучшее, что могло произойти. Лучше, чем это, ничего не могло случиться. Ну, сейчас Маккина надо наебашить, или проебать игру. Тут нет выбора, надо наебашить. Го, вот Сорчита, давай в Джаггера. Ой, бля, собрал. Найс собрал, уебище. Найс Сорчита, уебище. Ты можешь научить играть меня? Ульт вдоль... Хуесос! Он не попал ультом даже! Найс Арчит Джаггера БТВ, спасибо за игру. Найс Арчит Джаггер. Животное на копе, бля. Стики на... А, там. Найс топорик. Твою мать, какой же ты пидор. Ну где Арчит? Иди нахуй. Ну это был шанс игру выиграть, ебаную. Джаггер даже не собрал, ебаный. Манту. Ну хочешь хотя бы Джаггера сразу убить. Ну я не знаю. Просто ультай, ГГ. Че там, Найсклоп был пикнул? Найсклоп, хороший пик. Дали сало, просто сдох. Если вы думаете, что я хейтер Альянс, вы ошибаетесь. Мне эта команда нравится, но они не заслуживают победы, они должны уехать нахуй отсюда. Если вы пикаете такое на чемпике мира в решающей игре в БО1, вы дебилы. Вы нахуй, пожалуйста. Вы не заслуживаете победы, вы не заслуживаете участия в этом турнире. Нахуй. Вы тут не должны быть. Тут ошибка закралась. Вы что, попали по ошибке? Собственно, эта ошибка будет исправлена вкратце, насколько я понимаю. Интересно, оу. Хуящим большую сломал. Рексар молодец, вот Рексар тащит. Вот Рексар большую сломал, вот это хорошо, блядь, это идеально. Шансы подъехали, парни. Шансы. Что происходит? Так, вот это шансы подъехали. Пока я их хуесосил, Рексар тащит. Напоминаю, я говорил перед игрой, что Рексар лучший игрок команды. Он всегда тащит. Это вот самый сильный игрок команды, он всегда тащит. Вот реально всегда тащит. Сколько я не смотрю игры этой команды, всегда тащит. Рексар, вот, ну, это челик всегда тащит. Ты в пабе, когда ты хочешь выиграть, да, когда ты там на победу играешь, потеешь. Все, что мне надо сделать, это убить игрока, который тащит. Тебе надо убивать того, кто умеет играть, того, кто тащит. Так вот, тут надо убить Рексара. Если не убьют Рексара, все будет отлично. Лол, на него сало не кинули, а на всех кинули. Ну, это вот это сейчас может файл быть хороший. КП Аегис, это очень хорошо. Минус котел. Минус Фурион. Странно, блядь. Они даже с Аегисом не могут подраться, блядь. Печаль. Как хуёво, блядь. Фурион еще байбек, ну это пиздец. Сейчас еще два раза убьют. Не. Ну хуй знает, байбек потратили. Банный Бристлбек живет еще, лол. Убей хотя бы одного. Найс, хотя бы одного убил. Хоть что-то. Они их разъебывают еще. После байбека сдох. Ебать, так они выигрывают еще. Там Бристлбек нереально много урона вынес. Это то, что он добил Венгу еще и Баншу накосал. Них разъебали в итоге. Они разъебали после байбека еще Фуриона. Вау.
Что мы видим? Мы видим, блядь, мы видим внезапный супер камбэк. Супер камбэк. Вау! Крутилку дал. Они сейчас бараки потеряют. Нет, не потеряют. Но раньше, кстати, можно было забрать. У меня сейчас тут камбэкичи. Я, конечно, буду в шеп, а то есть не выиграю с котлом, Рубиком и КВП. Это, я не знаю, это одна игра из 10. Найс, лаги, спасибо! Спасибо, важный момент лаги, спасибо! Спасибо! Роксара убили, лол, это ГГ или чё? Кайф, следующий слайд, пожалуйста! Гейт! 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 Следующий слайд, пожалуйста! Ну, типа, пацаны бэкбэка отбились. Что там золото? Ну хуй знает. Сыр банша не потеряла. Проебали Аегис. Проебали Аегис, три героя. И сделали байбэк на бристлбэке. У него итемы слабо, ну, прогрессируют очень слабо. Вот то, что они проебали мид, это уже все. Это уже большой минус для Radiant, очевидно. Это уже очень большие потери. Они думают, они зря глиф проебали, они не задефят мили барак очень долго еще до банши. Да добей, блядь, мили! ББ из ББка. Хекс на ББ, супер ошибка. Юзлес хекс на ББ, его нельзя, ну, делать на ББ. В такой ситуации. Джаги с ББком. Да почему, блядь, лагайка нам ульту нажимает? Ну, сука, Гейб ебаный, пофикси свою парашу ебаную, блядь. Джаги ББкнулся. Ну, теперь вообще пиздец. Байер дохуя сейчас камбэкнули. Они выбили байбэк из вражеского кэрри, то есть их кэрри потерял байбэк, и вражеский тоже. Была супер интересная игра, которая хуй знает, когда начала лагать. Что поделать? Да какой-то ебаный пиздец. Ну ничего, по идее у меня уже в четверг будет, ну, по идее в четверг я уже компьютер буду, ну, обновлять. Если это не поможет, то я не знаю, что мне поможет. Я не знаю, из-за чего это происходит, это невозможно понять. Я перезапускаю OBS, то есть... Как это понять? Если я перезапускаю OBS, все начинает работать нормально. Где логика? Причем я перезапускаю OBS на том же сервере. Я перезапустил тот же сервак, я перезапустил абсолютно тот же сервак. Ебаная хуйня. У Джаггера нет ББ. У Банши нет ББ. Куда они идут? Если... Это странный, кстати, поход. У Дайра есть байбеки. Может хуево закончится, да, Радиант. Тут даже у саппортов есть байбеки, тут у всех есть байбеки. Не у всех есть байбеки, у всех. Даже у котла, у всех, даже у котла ебаного. Лол. Лол! Они не мои байбеки сделают. Куда это, они баншу пробьют? Что-то сложно, ее не дамажит, блядь. О, наконец-то дамажит. О, засейвил! Не засейвил. Шок. Байбеков нет, алло. Алло, байбеков нет. Только у Фуриона есть байбек. Ло, он закупился перед смертью, что? А, так у него байбек кидает. Правильно. У них байбеков нет, лол, их можно выносить нахуй, вторую сторону ломать. Нету байбека вообще, ноль. Куда они пошли, когда у них нету байбеков? У Radiant не было байбеков, у Dire были байбеки. У каждого игрока был байбек. У Radiant не было ни одного байбека. Куда они пошли? В чем логика идти, когда... Это ж... Вы знаете, что у вас нету байбеков? Но при этом вы идете на рандом, рассчитывая, что у противника тоже нету байбеков. Вау! Вау! Профессиональная дота. Когда на всем КД, то да, то я погорячился с тремя сторонами, но. Не, вообще, думайте, что происходит? Два героя дефают пятерых. Они просто их прогоняют, типа нахуй пошли. Вдвоем. Два героя пятерых дефают. Это вообще, ну, на самом деле, для доты это нонсенс. В доте, насколько бы ты отторжен не был, каким бы ты героем ни играл, ты не можешь задефать вдвоем пятерых. Ну. Как бы они не задефали, не проебали казарму, но я думал, это прям конец. Мне надо перспективно спины будут пробить. Очень перспективно. Ну,
Повторюсь, у Рексара есть байбек, он может умирать и на тревелах прилетать обратно. Почему не покупает рецепт тревелов, я не понимаю. Купи рецепт, чтобы прилететь сразу на базу. Ну, то есть, в бой. Где у него сокол? У него есть сокол прилететь? Где ебаный сокол? Я не вижу сокола. Где сокол прилететь в файт? Ты уебище или что? Где ебаный сокол, чтобы файт прилететь? Сокола оставь сзади. Да вызови ебаного сокола, пидор! Вызови сокола! Блять, он умер сразу. Что за пиздец? Смотри, умрет от пизда. Не, она не умрет сейчас еще. Какая нахуй пауза, блять! Такая краш. У меня тоже, блять, все крашится пока, да. Стрим крашится, все крашится. Вот бы сыр Бристл Бэку дать, правда? Вот бы сыр Бристл Бэку дать, вот бы сыр, да, сыр дать Бристл Бэку, вот бы ему дать сыр. И он во время тимфайта думает передать. Что происходит, блядь? Как он даун умер? Как он умер? Как он умер? У него было диффуза и... Ебать, ты даун. Байбек есть, ПТВ. Не поможет. Банные лаги. Лоу спиздил экзорцизм. Шок. Сука, ебаные лаги, сука! Ну и походу сейчас закончит лоу. Тут же нету этого. Ульты. Кайф! Следующий слайд, Гейб. Следующий слайд. Еще один слайд, еще один слайд, еще один слайд. Да все, суицид, барак, суицид, барак, суицид. ГГ, лол, они выиграли. Они выиграли, лол. Они выиграли, лол. Это как вообще возможно? Как они выиграли этим говном, это просто невероятно. Как они выиграли этим говном, это просто, они выиграли супер говном, это пиздец. Найс. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, следующий слайд. Слайды сюда. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ну все, по-моему, тут бесперспективно дефать. Мегакрипов они уже не задефают. Нереально. У всех байбеки есть. Хз. Типа last push. Что-то сомнительно, блядь. Last push против байбеков, как бы. Оно эти двое байбекаются. Тут есть байбек, тут есть Аегис. Есть байбек. Нет. Тут КД на байбеке. А, тут там нету байбеков. У всех КД на байбеке. Только у КВП есть байбек, у КВП есть байбек и Аегис. Все, у остальных КД всех. Бать. На, трон выносить, это... Не, все ГГ. Они не успеют. Это конец. ГГ. 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 Шок. Ебать, я в это не верил. Они выиграли этим говном. Вау. Они выиграли этим говном. Блядь, сколько же сложно было выиграть. Причем, походу, далеко не самую сильную команду. То есть, эта команда уже, ну, несколько раз могла выиграть, но они как бы, ну, они немного мисплеили, не хватало тимплейча, их разъебывали чисто. Чисто посмотреть, гайд, блядь, как говном выигрывают, просто ебаным говном. Прям сосешь всю игру. Три или четыре раза было, когда они находились в одном тимфайте. Вот один тимфайт от минус трона, один тимфайт. И минус четыре стороны, ну, минус четыре казармы, или минус трон. И, собственно, они вытащили каждый этот тимфайт и не проебали. Ебаный шок-контент!